ребят собираются к нему ехать. Примерно градусов 5.
вы к нам ехали на встречу, да? Ну, отлично. Что ты там делал, Андрей? Танцевал? Шею разминал. А? Шею разминал. А, шею. Чё ты? Как дела у вас? У нас нормально. В общем, у меня что-то дым появился после того, как я его затопил. Дым? Да, ну чуть-чуть дымить начал. Я в прошлый раз его затопил. Ты вот примерно. Смотрел масло? Да, я масло сменил, оно было таким бежевым цветом. Потому что вода попала. Но если масло менял, то нормально все. Слушай, а как думаешь, из-за чего дым начал? Я дым идет, потому что у меня боку я прошлила, я там еще не поменял его. Я его, в общем, вот посюду. Ты залез? Ну, в лужу залез огромно. А? Через сапун, через глушитель или где? Через там центр кубка есть, который лишний масло сливается. А, слушай, может быть через глушитель, наверное, да? Не знаю. Просто в глушителе было куча воды. Это 140? Да, все. Где Даня? Даня? Даня, он, наверное, туда подъедет. Что вы хотите? Можем фоточку сделать. Андрей, улыбнись. Я тоже Да. Смотри. А, нет, я, короче, упал, согнул, начал выгибать руль. Молоко, ну, у меня... Варить придется. Это стоковый же руль, че? Чего говоришь? Стоковый руль? Да, стоковый. Да. Только сейчас вот я поменял масло, что-то он перестал проходить. Перестал, а что сейчас? Нормально? Да, бензин я спрятал. Какая у нас ситуация? Цепи все нормально. Фильтр-бокс. Кстати, зацените, я себе фильтр-бокс поставил тоже. Да, я видел. За 600 рублей. 600? Да. Главное, он был для более другого карбюратора, большого, и он у меня болтался. Я распилил болгаркой и зажал. А? А, слушай, это я, наверное, с прошлого раза еще не успел. Я же там столько раз падал. Что, поехали? Ты у тебя рычаг снимал? Да. Когда я на аэродроме как раз упал, я купил... Ты на первой? 20 рублей.